Борьба за третье место будет проходить в весовой категории 38 килограмм на татами номер один. Победу одержал Хабиров. Ермухаметов Козырь. Таранюк Кирилл Самара. Шаяхметов Егор Уфа. Готовится Семенов Махалов. Махалов здесь. Да, здесь. Ермухаметов Козырь. Радик Мискатович, очки оденьте. Да. Победу в этой встрече одержал Шаяхметов Егор, город Уфа, занял третье место весовой категории до 42 килограмма.